Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер, я продолжаю проходить Kerbal Space Program. Так, в прошлой серии я слетал на Ика и заработал до хрена науки. 798. Резервуар для руды. Правая установка. Не понимать. Ну вот это вот нужная штука. Пятьсот пятьдесят. Я думаю, вот эта штука тоже пригодится. 300, 550. То есть у меня есть вариант, то ли или это исследовать, 300, 550, либо это. Что? 300, 550. То есть такое. Я не знаю. Но это мне больше нравится тут, что тут есть. Это хуйня, которую я не знаю использовать. Эту хуйню я не знаю использовать. Как? Это большая крыла, это маленькая. Это гравиметр. Двигатели. То есть я открываю сейчас раз новую штуку, которая мне дает науку. И два. Все, да? Вроде бы все. Можно еще загрузить этими самыми буровыми. Но это уже другое дело. Но для начала. Так, Дюна 2. Вот она, дюнка моя, вторая. Нужно переписать на ИКе 1. Блин, конечно, неправильно, но хуй с ним. Так, теперь нужно переработать некоторые моменты системы. Ой-ой-ой. Да? Так. Схватили. Так, и нужно ее установить повыше. Вот так примерно. Так, и нужно также вот это вот обязательно. Стоп, блядь. Мне же нужно выше установить это дерьмо. Капец. Так, короче, понятно. Придется тащить пустые баки. Тут ничего не поделать с этим. Не лагай. Хорош лагать. Тут придется пустые баки тащить, это беда. Вот эти верхние не отсоединить. Плохо. Очень-очень плохо. Так, мне нужно этот отсоединитель отсоединять. Где-то. Это ты? Теоретически он. Давай с этого ракурса посмотрим. А, нет, это... Даже вот этот вот.
нужно поменять местами. То есть вы хотите, чтобы я их одновременно отсоединял? Нет, ребята, этого не будет. Хорошо. Дюна 2. Сейф. Надеюсь, рациональное использование ресурсов спасет меня. Так, а может тут замудрить кое-как? Это отдельными двигателями пойдет. Вы вообще тяжелые? 3 тонны, блин, тяжелые. Эти изону. Должно быть более рационально. Ну что, если 5 штук влепить? Это такой дичайший разгон будет. Я криво прилепил их. Ну уже. Ну вот так как-то. Так, нужно, я думаю, скрепить получше. Ну вот так как-то. Сейф. Так, проверочка. Соединение этих. Это какой запуск? Централ. Стоп, что это за соединение? Ой, бля. Это не те отсоединения. Эти не надо. А какие это включаются двигатели? Вот эти, да, вот эти. Угу. Отсоединение этого, отсоединение этого. Потом идет отсоединение централа. Запуск этих. Да, все. Что? Кому-то мне нравится количество деталей. Тебе? Все, теперь тебе нравится. Дюнка вторая наша. Ух ты. А выезд изменился. Однако.
Ну что ж, запуск. О, плотненько. Столько дыма. Просто капец, сколько дыма. Красиво, однако. Но лагает, поставляю на паузу лучше. Так, мы почти, блин, вышли на нужную высоту и скорость. Тут такая прокрутка ужасная. Я направил в нужную сторону, это главное. Значит, у нас сейчас даже орбита немного рисуется в нужную сторону. Это прекрасно. Скорость потихоньку набираем. Бля, забыл про прокрутку. Давай, блядь, быстрее заканчивайтесь двигатели. А как бы вам и разгонять меня, но все же заканчивается тоже надо. Вот так вот, хорошо. Пока двигатели дополнительные. Мне на вас всегда было похуй. 56 тысяч. Орбита в нужное русло идет. Прекрасно. Сейчас просто летим повыше. Что нас шатает? Так, что-то этот двигатель шатает. А где твой крепеж? Чё вас так шатает? Чё тебя так шатает-то, а? Что здесь происходит? Что здесь происходит? Что это было? И где звук? Ага. Итак, отсоединение. Чё это за двигатели у меня включились? Не снять, бля, эти. Ладно. Опять не рассчитал. Ну давай же. Хорошо. И 158 тысяч метров. Понятно. Ускоряемся до 50 тысяч метров и запускаем двигатели. Блять, вращающий момент начался. 50. Давай. Ох, какой звучок смачный. Что? Почему отклонение-то еще идет? Хорош. Хорош отклоняшки делать. 59 тысяч метров. Сейчас 55. Как бы чего не произошло.
срань господня, в чем проблема-то, а? Давай попробуем. Нужно немного на центр навести. Срань господня, в чем проблема-то, а? Итак, я еще увеличил конструкцию, бля, и убрал верхний исследовательский модуль. Они друг друга перегревают. Ну, давай хоть просто посмотрим. Да, это действительно красиво было. А эта хуйня даже себя поднять не может. А, вместе с этим двигателем. Итак, посмотрим, что с этого получится. Блин. Некоторых двигателей стыковка отошла. Ой, блядь. Понятно, из-за того, что отошла стыковка. Кривой угол. Блядь. Кривой угол реактивной струи, и из-за этого поджог происходит. Не, вот что это такое? Чё они задираются? Ладно, давай попробуем. Так. Ну, вроде бы держится. А, нет взрыва. Прекрасно. Сейчас мы на орбиту столько топлива вытолкнем, что я раньше столько для старта использовал. Ох, сколько дыма. Капец. Сколько же дыма. Срань. Но лаги никто не отменял, так что на паузе. Итак, мы уже почти на орбитальной скорости, точнее на скорости, чтобы выйти на орбиту. А топливо все не заканчивается. И это меня несказанно радует. Да, конечно, лаги присутствуют. Все прошло как по маслу. Гладенько. Километр. Проскочил километр в секунду. Пока, разгонники. Я вас использовал. 83. Прекрасная высота. Так. Где у нас тут нос? Вот нос, понятно. Так, ну давай до 60 тысяч. Там видно будет.
Давай. До 60 тысяч метров надо. Это уже орбитал. Мы прокручимся, но не взрываемся. Это славно. Так, не надо шататься. Блин, лагает. То есть эти сраные разгонники. Ну, хоть наклон идет в нужную сторону, и то слабо. Вращение в обратную пошло. Интересно. Так. Главное орбиту изменить. Вот. Сейчас начнет уже меняться. Централ. Потом истратишь все. Так, орбита начинает улучшаться. Но я, наверное, все на паузе буду делать. Блин, какой же он красивый. Как пошла скорость-то, а? Смотрите-ка. Ой-ой. Приближаемся к этой хуйне. Кошерно. Вверх чуть-чуть. Ну давай же. Срань. Ладно, если еще потом еще попыточку сделаю. Вы только посмотрите, как скорость набирается-то, а? Ух! Ща. Где там моя орбита? Так, проблемы.
Ну, 68 тысяч метров, это не так уж и стрёмненько. Так, ладно. Плохо. Неужто я перемудрил? Похоже на то. Чаль. Чем мы там скоро пройдем его? Ага, вот проходим. Так, отлично, 70 тысяч метров. Хуй знает, сколько мы так еще лететь будем. Реально хуй знает. Но этому кажется уже не вернуться домой. Да, орбиты уменьшаются. Понятно. И эта хуйня тоже. А, ну да, тут 7 километров. Хотя хуй знает. Дюнка там. Ну да. Так. Мы в какую сторону двигаемся? Ага, в ту. То есть нам еще и развернуться сейчас надо. Понятно. Не, вообще красиво. Так, ну уберитесь. Действительно красиво. А планета точно в ту сторону двигается? Потому что вдруг я все это время не в ту сторону делал орбиты. Ну давай, орбитку сейчас доделаем. Орбита абсолютная. Так, и теперь самое хуёвое. Нам нужно... Блин, куда-то вот сюда был. А, не-не-не. Так, я не понимаю. А, да, я понял, куда нам надо. Нам нужно вот сюда вот. Он опять что? Да как тут оказалось? Где я тебя вообще тут откопал-то, а? Вот. Луна опять? Хера себе, она что, на независимой траектории? Ничего себе, я тут до Луны, да, чипашил. У меня тут проблемки, типа. Так, тут должен... Вот он. Вот он. Капец, какая же засраная планета. Так. Ну так что, как там? Можно таргет поставить? Не таргет. Вот я туплю. В смысле Луна 5? А, я на траектории Луны 5 нажимаю. Ну, придется тогда вручную. Траектория у нас входит сюда. Так. Тут уже до орбита готова. Орбита готова, а значит... А значит...
Мне нужно куда-то вот в эту фазу дохуярить. Им придется ждать очень долго. Так, нет, знаете что? Меня не устраивает это. Так. Стоп, но если такая орбита будет, значит я рано или поздно цепану что-то. Нет, нельзя. Так. Запуск. Ой, я без сос модуль. Не расценивай. Сос нужен. Чуть я соску выключил. Блин, долго? Очень долго. Ладно, пусть тратится топливо. Так. Оп, хорош. То, что надо. Так, я сделал это, наконец-то, маневр. Ага. Сто пять, хорошо. Ну что, бачки мои. Настало время разгоняться. Давай. Мне еще лететь и лететь на этом. Секунд осталось. Нормально. Давай же. Так. Thank you.
понеслась. Блин, сколько же говна на орбите? Еще орбит мусора нету. Пойдет. Улетаем. Еще больше половины осталось. Неплохо. Но ракета, конечно, очень дорогая. Просто неприлично дорогая. Так, хорошо, мы на орбите. Что дальше? Таргет. Так, а зачем я приближаю? Так, летим мы в ту сторону, значит, и с этой стороны нужно попытаться маневр сделать. Так, есть что-то? Нет, конечно. А мы хоть не сильно выше идем? Кстати, нет. Не сильно. Стоп, стоп, стоп. Вот тут что-то намечается. Или нет? Или не намечается? Так. Сука. Что это было? Жаль, жаль. Еще разок. Вот. Вот тут вот. Давай немного затянем. Ничегошеньки, ничегошеньки. Стоп, тут у нас потерушки какие-то. И тут потерушки. Не-не-не. Это нихуя не потерушки. Вот это потерушки. Оп. Сыпанули. Сука. Ну прямо за мной. Что если я его вот так сделаю? Ну скажем, минут на 30. Чё, же магия не работает, нет? То есть мне придется срать целый год. Класс. Так, как там у нас с орбитой дела? Орбита, кстати, непредсказуемая, тут не поймешь. Но мне целый год нужно ждать. Хорошо, что хоть ускорение нормально теперь можно сделать. А не так, половину орбиты нормальное ускорение, половину нужно на половинчатом ускорении держаться. Поехали. Черт, осталось 45 секунд, а я еще не навелся. Черт, черт, черт. Давай же. Так, музыка, потише. Тормознули. Блин, красавец, конечно. Красивенная ракета у меня.
получается. Понеслось. Понеслась. 2 минуты будет она так отрабатывать. Тебя хватит на 2 минуты? Надеюсь, да. Потому что если хватит, то этого, скорее всего, еще не то, что хватит, но некоторое время оно будет при посадке. Что? В смысле? Мне срочно нужно где-то обнаружить деньги. Много денег. Неужто придется выполнять гамма-квесты для туристов? Туристические гамма-квесты. Походу придется. Ну ладно. Ну, там не ограничено. Так, мне нужно каким-то образом купить эту ракету, еще бы в плюс идти вообще. Ну, выходить это, конечно, здорово, но плюс так хочется. Так, это что, там остался? Хорошо. Мне кажется, этих баков еще останется топливо при посадке. Это же просто замечательно. Вы не говорите, что я смогу вернуть турбонавту? Я не надеялся. Блин. Такое дело. Магнита у меня вот где. Такая ситуация может получиться неприятненькая. Так, можно еще запускать эти двигатели. Я не знаю. Идея. Мне нужны эти бочки по бокам. Этот топливный бак огромный. Топливо тут будет купать. Так. Где-то поймал, кстати, Джон. Поймал. Попробуем еще чуть-чуть. Угу. Так, знаете что? Мне не нравится то, что эти топливные баки почти закончились. Угу. 50.
55. Ой, кстати, посол. Так, надеюсь, это то. Солнечные панели-то мы не открыли. Вот что я забыл сделать. Открыть солнечные панели я забыл. Да здравствует солнечные панельки! Ей! О, что это они таким... такой расщепиркой, как будто бы хотят поймать что-то спереди. А, во, не поворачивается, понятно. Чё, вы довольны? Да. Ну, скорее всего, это ихняя мощность. Написано. Сколько тут топлива осталось? 300, да? Ну. Я не знаю. Так, ладно, Space Center. Так, что у нас по квестам? No. No. Сколько платят? Да дохуя за каждого, кстати. По 200 тысяч. Если их всех сразу возьму, это ж ого-го. 5 туристов. У нас джеби дойти, ну. Что? Засранцы. Это активные? Будьте добры, минус 2. Минус 2, минус 2. Передаем данные. Хоть чуть-чуть денег получу. Класс. Немножко денег. Так, нет. Можно же так переключаться. Где? Вот. Привет, Дюнка. Красавица моя. Реально межпланетарный такой красавец. Так, ладно. Куда мы отправляемся? Сюда, да? Понятно. Ага. Нет, не получается так. Давай же. Ага, ага. Сука, просрал полос, вот, есть. Вот. Все, полетели. Красавец. Так, долетели, теперь вручную доделаем. Здравствуй, Дюнка. Музычку. Хорошо. Дюнка. Оп. К Дюнке мы прилипли. Маневр. Косарь надо. Понятно. Ну, я так и думал, собственно. Без косаря тут не обойтись.
То есть лёд с этой точки маршрута. Пожалуй, нет. Я, пожалуй, откажусь от такой услуги. Ой, я не в ту сторону покручусь, беда. Ну ладно, все равно 21 минута в запасе. Так, тормознули. Классная штука, этот тормоз с помощью ускорения. Что это за хуйня? Какое-то многоголосие только что было. Ой. Будь тише. Так, хорошо. Варп. Хоп. 1 минута осталась. Тише. Будь проще. Это будет долго длиться, целых 1,5 минуты без ускорения, поэтому я поставлю на паузу. Нет, нужно прекратить издеваться над своими двигателями. Сейчас быстро отработаю, здесь топливо и отброшу. Все равно не хватит до посадки, то я уже понял. Вот так вот. Сейчас эти двигатели отскочат. Почему один нужен? Давай, 2 наушника. Орбитка загибается помаленьку. Пока топливные баки. Блин, красиво так отсоединяется. Готово.
пока... У меня еще дохуя топлива осталось, скажу я вам. Так, еще раз домой. Так, ребят. Флаг на луну, да вы заебали. О, флаг на дюну, вот. Ой, стоп. Нужно сейвнуться. Ого, какой сейв уже. Так, теперь Orbitus Uminshantus. Так, мне нужно оставить совсем масюську орбиту. Ага. Так, хорошо. То, что мне нужно. Чуть побольше. Вот так, 12 тысяч метров. Самой нижней точке. Нет, ну это совсем уже. Так, ну вот 10 тысяч метров. 17 метров в секунду. Лол! Лол! Да я еще взлетать буду на этом баке. Вот это я называю советский расчет. На века. Красота! Хрен знает, на каких задворках галактики. Ну, не галактики, Солнечной системы. Бля, у меня топливо до хера. Ха-ха. Еще целых полбака. Главное, чтобы я на них взлетел. Потому что если я на них не буду взлетать, это будет грустненько. Стоп, что? Что? Бля! Сука. Так, а я чё, на паузе был? Неужто я на паузе был? Сука, я хуй знаю. Ого-госеньки. Что... Что это происходит-то, а? В общем, вот такая вот хуйня происходит. Так, маневр на уменьшение орбиты. Маневр. Хоп. Уменьшение орбиты. Ага, понял, в чем прикол был. Господи, пусть он будет сверхдешевым. Пусть он будет сверхдешевым. Спасибо тебе, Господь. Всемогущий. Славно. Давай. Сейчас главное не улететь с орбиты. Будет совсем печаль. Что для орбиты один час? Ничто. А хоть со смодулем? Да, со смодулем. Все, получилось. Прекрасно. Каким-то образом я вошел в какие-то непонятные орбитальные эти самые каких, бля, я даже не знаю как это, орбитальные гравитационные поля, сука, что я несу. Короче, каким-то образом меня занесло за орбиту. Так. Оп. Оп. Ну, вот так вот пойдет. Так, какие-то данные можно отсюда извлечь?
Нет, тут уже все. А что ты написал? Так, хорошо. Теперь варп. На этот раз ты не вылетишь за орбиту. А еще давай-ка. Мне бы фокус на свой корабль, а не на это. Так, хорошо. Почему вот у этих херень есть нормальная орбита, а у меня нет? Не кошерно. А, я их оттолкнул назад немного, понятно. Ага. Хорошо. Не, ну как, у меня же тоже есть орбита, но мне пришлось ее еще доделывать. Хоп. Одна минута до старта. Прокрутка. Подготовка, там все дела. Это очень классный метод. Так вот, пролетать мимо планеты и в нужный момент тормозить и делать себе горизонтально вниз траекторию. Очень выгодно. Так, 44 секунды. Это очень важный старт. От него будет много чего зависеть. В конце концов, как я сяду и сяду ли я вообще? О, тут классная ямка такая. Мне нравится. Ой, что-то, блядь, я не на тот секундомер посмотрел. Я раньше начал орбиту сгонять. Ладно. Надеемся, что все будет хорошо. А, тут уже вручную можно доруливать. Вот то, что нужно. Сверхнизкая высота. Да пребудет со мной Бог. Что-то я слишком часто про него вспоминаю. Опа, а я-то с этой стороны залетаю. Надеюсь, на меня Ика не повлияет. То эта сраная луна может повлиять. Фух, все хорошо. А вот, кстати, она повлияет, если я бы улетал. Ой, бля. Упс. Вот это вот нехорошо. Итак, мы приближаемся помаленьку. Уже. Нужно солнечные панели закрыть, так как их сорвет. Я не хочу, чтобы их сорвало. Ой, зачем? Бля, я квиксейв сделал, сука. Вот этого делать не надо было, кстати. Варп. Оп. Давай еще варпанем. Варп. Так, рядышком есть какие-то примечательности? Есть. А, кстати, мы въебемся в эту хуйню. Класс. Да мы тут вообще будем въебываться во все. Класс. Так, отлично. Ты куда это? Не разбить ли ты нас хочешь, а? Случаем. Начать тормозить, что ли? Давай начинать. Что-то мне совсем не нравится ситуация здешняя. Я слишком низко опустил эту срань.
Тем более мне ответили слабенькие, чтобы сразу тормозить. Мне нужно долго тормозить. Очень. Возможно, мне даже этого не хватит, чтобы затормозить. Кстати, действительно возможно. Это же есть стратосфера. Понял, нужно на орбите дюны Кирбонавта наружу вывести. Как там топлю? Дохуя. Если бы на 1 метр в секунду тратилось одно топливо, тогда бы я сел в ноль. Кажется, так оно не тратится, да. Ну, у меня останется немного топлива. Ну, может, как раз сяду в ноль, но когда буду делать скоростные операции при приземлении. В общем, поглядим. Метров в секунду. Может, действительно не хватит, потому что, во, какая орбита, 7 метров. Ха, действительно не хватит. Открываем парашют. Ой, что это воспал? Все же хорошо. А, нет. Тут хуя было. Я не туда посмотрю. Все равно парашют бесполезный, он там вообще ничего не делает. Ой, срань же, господи. Кажется, мы отъебемся. Заезд! Ты куда собрался? Ой, мать твою, погубить хочешь, изверг? Да. Мы разбились. Так, давай квестик выполним. Выполнили? Орбита? А, нет, не считается орбитой, понятно. Борн. Хорошо. Стоп, 40 тысяч метров. Пора. До 10 тысяч метров мы должны в горизонтал уйти. Не в горизонтал, а в вертикал. Держи меня крепко, держи меня ровно. Прекрасно, у меня на торможение тут топливо есть. Дополнительно. То есть я не использую свои основные баки. Хотя, может, как раз вовремя. Может, вот. Может, все поворачивается. 17 тысяч метров. Все прекрасно. Все просто замечательно. Все. Прекрасно. Уже можно парашют открывать. Квиксейвим. Что-то парашют какой-то
Непарашютный. Не знаю, что это значит. А, все, вот он открылся. Еще не раскрылся, только открылся. Конечно, такой бандуры не удержишь. При слабой-то. Блин, забыл, как это называется, но, короче, при малом количестве воздуха. Нет, не воздух совсем, наверное. Ух, мать твою! Срань, 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 срань! Разбились. Да, нам отбило так, блин, все. Ну понятно. Все настолько. Не-не-не, все хорошо. Все хорошо. У нас получилось. Нихуя у нас не получилось. А, ой. Так, понятно. Так. Сейчас самое главное — быстрота. Эй, откройся. Есть. Хорошо. Получилось. Ну почему мы падаем? Сука, опять. Да что ж такое? Что же мне делать? Точно. Тупанул. Точно, РСЦ. Почему я забыл про РСЦ? Нет, я так шлепнулся, капец. Да неужели? Нет, ты не посмеешь. Вот так. Хорошо. Опс. Давай, кирбонавт, вставай. Не время дрыхнуть. Флаг, который, скорее всего, уничтожится топ этими самыми двигателями. Так, куча бабла. Ухуй. Угу. Угу.
про Багронта. Ого, плотненько. Эй, ну давай. Плотная атмосферка. Давай. Да ёбаный. Да вставай. Мы должны туда залезть. Как же трудно. Тут реально плотная атмосфера. Точнее, не атмосфера, а сильная гравитация. Так, хорошо. Пытаемся взлететь отсюда. Пока, сосунки. Срань! Забыл совсем. Еще давай лететь. Шестнадцать тысяч, я помню. 16-15 уже. Стратосфера. Что? Куда? А. Совсем забыл, что это еще не все, это только начало. Это однозначно достойно сейва. Так, денег заработали, в плюс ушли. Пару мировых рекордов. Да-да-да, мы такие классные. Так, как обычно против часовой двигается, да? Значит, нам нужно от солнца. Так, солнышко, ты где? Солнышко. Так, понятно. Солнышко, ты там? Я не понимаю, где солнце. Оно как будто бы везде. Так, мы летим ниже, да? Так, если это низ, это вверх. Бля, это вверх. Значит, это лево. Значит, с той стороны солнце. Хуярим орбиту. Блять, якоря в орбиту делаю. Так, еще раз. Нет. Вот туда нам надо. Так. Хорош. Что-то как-то топливо у меня немного осталось. А тебе, короче, это надо, да? Нет? А вот так? Ну же.
Ну вот. А, Евроэропорт? Оно? Нихуя не оно. Ладно. Короче, мир тлен. Так, куда нам нужно улетать? В сторону Солнца, как обычно, да? Туда, короче. Давай, короче, орбитку. Ой, не орбитку, а улетаем, короче. Стоп, как я мог не заметить солнце здесь? Да, это я, конечно, умею. Не замечать столь очевидные объекты. Сука, ведь меня не хватит. Сколько мне нужно, чтобы улететь отсюда нахуй? Еще много, короче. У меня нет столько топлива. А что же делать? Рыбонавт, хочешь ли остаться тут на постоянно? Так, ну короче, вот так вот. Так, нужно более экономичный путь. Становимся, короче, строго под 90. И хуярим. Так, РСЦ. Не надо работать, ты нам еще повредишься потом. Ибо топливо не бесконечное, а РСЦ еще будет. Так, это самый экономичный путь, который только можно было сделать. Лучше этого только телепортация. Телепортация по энергии будет дороже. Кстати, о энергии. Так, нет, сначала давай на путь истинный. Так, стоп. Так, а я что, антенну не взял с собой? Сука, я с собой не взял антенну? Я не взял антенну с собой. Блять, я не взял с собой антенну, ну и нахуя я сюда летел? Сука. Ага, во, все. Квест выполнен. Что-то интересное есть? Есть. Надеюсь, ты все это запомнил, ибо это все мое. Что только можно. Так. Это цель всей моей экспедиции сюда. Сосмобль, будьте добры. Так, давай. Дотягиваем. Стоп, что это за хуйня? Ну нет. А, это на обратном пути. Слава тебе, господи. Ну давай. Хорош. Хорош ломаться. Улетаем отсюда нахуй. Ну ты улетать-то собираешься? Улетать там? Есть, ну, наконец-то. Сука, топлива-то как мало. Но надо. У меня даже антенны нет, поэтому надо. Блять, как можно было не взять с собой антенну? Что я тут забыл? Таргет. И теперь будьте доб... Ой, бля. Что? Что?
что ли. Ферма. Маневр. Ладно, я все равно знаю, где ты будешь. Вот здесь. О, целый, всего-то 800, класс. Две сотенки сбавил. А чё так долго? Целых 400 дней. Ладно, варпим. А, это ж орбита Дюнки. Точно. Бля, я боюсь, мне этих баков не хватит. Очень боюсь. Мне их пиздец как не хватит. Мне остался только этот бак. Так, осталось 11 минут. Это зависит все. Ой, срань. Все зависит, и так просрал. Так нещадно просрал, это ж. Надо было. Маршрута очень важна в данный момент. Так, ты пролетаю так, ты вот так пролетаю. Ну, как бы достаточно близко, я думаю, чтобы моя орбита завернулась. Ну-ка поглядим, а что если еще чуть-чуть. Я пошел сокращение, понятно. Загрузочка. Ага. Хорошо. Так, орбитки соприкасаются. Короче, понеслась. Чё, опять эта хуйня? Да, опять эта хуйня. Варп. Так, мы приближаемся. Почти. Странная орбита. Стоп, а что будет, если я вот так сделаю? Ага. Ничего особенного. Бля, чё так дорого-то, а? Целый косарь. Правда, тут орбита такая выгодная получится.
есть там докрутить будет очень быстро. Главное только докрутить. Так, ладно, меня интересует, где самое дешевое это сделать. Нет, не-не-не-не-не. Маневр. Не в ту сторону. Ну, там 800-очка. И слева вот отсюда начну. Короче, нужно прямо на апофисе это делать. По-другому никак. Блин, какая же убогая ситуация. Так. Угу. Чуть-чуть. Короче, вот так как-то. Сука, у меня в двигателях не осталось топлива. Кажется, это провал. Так, есть один шанс. Маленький шанс. Благодаря РСЦ доработать. Главное, нужно количество скорости избавить. Стоп, стоп, стоп. Как это? Куда топливо делось? Это что, все, что у меня осталось? Срань господня. Это же капец. А, нет. РСЦ. Привет, РСЦ. О, да, вот так вот я и буду лететь. Насколько я помню, там на 100 метров в секунду тратится чуть меньше одного этого самого вот. Но это было причем с этим следовательским модулем. Как будет сейчас, я понятия не имею. Может, кстати, долечу. Буду надеяться. Ну вот я уже с ракеточку сбавил, топлива еще много. Фух, будем надеяться. Потому что если я вернусь с дюны, мать твою, с дюны. Я верну человека с дюны. Так, почти закончил делать орбиту. Топлива еще немного осталось, однокомпонентного, естественно. Оп. Поздравляшки с успешно выполненной задачей. Ну, еще не до конца, конечно. Ну, вот так вот как-то. Так, что у нас по топливу? Ой-ой-ой. А, один. Понятно, понятно. То есть меня еще хватит тут. 300 метров в секунду? Серьезно? Неплохо. Но мне нужно гораздо меньше сделать. А что такое большое это хуйня? Ладно, все равно. Угу. Еще чуть-чуть. Сто метров в секунду нужно захуярить. Вот так, короче.
Воу! Я использовал эти хуйни. Ну ладно, не беда. Вард. Одна минута осталась. Ну, понеслась чё. В смысле 2 дня? Вы о чём? В смысле 2 дня? Вот я сейчас тут по Берику все сделаю. Вот, орбитка уменьшается. Все прекрасно работает. Чё вы кипишуете? Топливо тратится. Топлива еще хватит. На 300 метров в секунду. Удивительно, но... Тютелька в тютельку. Просто как? Как это получилось? То есть вот уже тут орбита принимает форму к Земле. На 1 миллион метров еще, конечно, но... давай. Главное знать правильную траекторию. Готово. И переапсис у нас какой? 17 тысяч метров. Не нравится. 11. Нравится. Так. Это мы с этой стороны будем, да? Варп. Земля, я лечу к тебе. У меня с собой куча науки, короче. Будет классно. О, привет, Земля. Давай-ка. Оп. Можно уже и РСЦ-хой поработать. Давай поработаем РСЦ-хой. Ладно, тупит РСЦ, у меня как-то не кошерно. Ой, бля, стрёмненько, да как. Стрёмненько-то как. Угу. Ого. Я сейчас в мировой океан буду падать. Реально. В мировой океан. На веселье. Всегда мечтал упасть в мировой океан. Я думаю, Кербанавт тоже. Ты куда? Эй, не тупи. У меня сос-модуль сломался. Вот все нормуль. А чё, нельзя? Над мировым океаном или чё? Что за дискриминация по отношению к мировому океану? Вот куда ты меня отклоняешь, а? Тупой РСЦ. Не, это САС тупой. РСЦ как раз исполняет свою основную функцию. Доворачивать, куда скажут. РСЦ тупит. Ой. Да. Вывод. Лучше не оставлять включенным РСЦ. Все топливо просрете. Ой. Ой.
что это там взорвалось? А, понятно, солнечные панели. Давай. Отлично, скоро избавляем. Все, можно не волноваться о разрушительных последствиях. Ну, хотя еще парашюты открыть надо. Но с парашютами проблем не должно быть. Нихера себе тут. Конечно. Ну вот и все. Главное, что домой вернулись. Так, нужно солнечную панель открыть. Как она классно стала. Именно туда, где мне и надо. Так, есть что-то? О. О, клево. Домой. Это все записываем. Все хорошо. Мировой рекорд какой-то еще. Класс. Ю-ху! 1200! О, короче, пробы грунта нужно доставлять домой. Самому. За нее дохуя дают. Если достать домой. О, нихуя себе. Так, славно. Я хочу все же исследовать это и это. Так, это что это? Беспилотные модули всякие, это у нас антенны различные. Что это? Ага. Угу, генератор. Генераторчик маленький. Термоконтроль, аккумулятор, солнечные панели. Кстати, самые большие солнечные панели. Так, и что бы мне еще исследовать? А как узнать их удельную мощность? Непонятно. Но это все равно не хочу исследовать. Нужно это исследовать и это. Защитный носовой консоль. Носовой обтекатель. Блин, сложно. Но главное, что я... О, как уже продвинулся. Нихера себе. Это я реально продвинулся так-то. Нихерово. Столько всего наисследовал. Просто и гугошеньки.
Надо бы, конечно, это исследовать. Надо бы. Все сразу надо. Так, ну что ж, а сейчас нужно... Что это за музыка? Нестандартно, ладно. А, слишком долго тут сидел без дела, понятно. Все, короче. Антенна 8,8. Барометр. Гравиметр. Эту хуйню не знаю зачем. Эту хуйню. Эту хуйню. Какой он у меня усыпан всем. Так, теперь. Образователь, нихера себе какой-то жирный. Ну, относительно остального, конечно же. Конвертер. Так, понятно. Все равно тушняк надо ставить. Без ног нехорошо будет. Точно, есть же пустой фюзеляж где-то. Вот пустой фюзеляж. И что это мне дало? А, точно. Я ж установлю теперь повыше. Ну что, полетели? Опять один наушник работает. Ну что ты будешь делать? Давай на обои. О.
Да, вот все, обои работают. Обои наушникам, хорошо. Вон туда, будьте добры. Подальше от песка. Ой. И спускаемся. Блин, конечно, я расценю в той точке, где надо. Ну да ладно. Сука, солнечные панели забыл. Так, вот мы и садимся. Чпоньк. Нет. Отлично. Понятно, нужно больше этих хуйнь. Так, мы сели. Мы не падаем. А куда это меня тянет? Ох, мать твою. Бур, ты что-то накопал? Срань. Я что-то взорвал. Ладно. Даже тут что-то есть. Да ты гонишь. Даже тут что-то есть. Ну, совсем немного. Хотя 32 науки это не так уж и немного. Ну что ж, а на этом я закончу, собственно. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.